выпускаем больше 120 тонн продукции в год. Это не задействована вся производственная мощность предприятия. Можем делать больше, но, к сожалению, наверное, на сегодняшний день культура потребления нерафинированных масел не настолько вот она известна. Вообще реализуем продукцию более чем в 35 регионах Российской Федерации. Если крупные предприятия, наверное, берут количеством, берут стоимостью, да, она, понятно, что пониже будет, то вот на таких предприятиях нужен постоянно свежий взгляд, нужно творчество, нужен креатив, нужна оригинальность, что, в общем-то, завод растительных масел Вологодский, Череповецкий, чем и знаменит. Оптимистично смотрим в будущее. Все в наших руках, планов очень много, будем заниматься еще другими видами продукции.